Второй матч текстильщика на домашней арене оказался менее удачным. В субботу красно-черные принимали на своем поле волгоградский «Ротор». Уже на 15-й минуте встречи гости удачно атаковали ворота Алексея Смирнова. Иронично, что автор гола – бывший игрок текстильщика Анзор Саная. На 28-й минуте второе предупреждение получает Максим Сидоров, и красно-черные остаются в меньшинстве. Воспользовавшись моментом, гости забивают снова, но гол не засчитывают. Итоговый счет 0-1, победа за «Ротором». 20 туров первенства позади, почти экватор. У текстильщика 14 очков и 19-я строчка. У команды есть неделя на подготовку к выездному матчу с новым соперником. 3 ноября красно-черным придется противостоять клубу «Химки».